Привет! Меня зовут Виктор Титов, я основатель Ассоциации шеф-поваров Юга Украины. Я бренд-шеф компании G-Group, в которой сейчас 25 ресторанов. Я амбассадор компании Metro. Сейчас снова воздушная тревога и, возможно, снова будут бомбить обычных мирных жителей. Я прошу остановить работу в России. Каждый доллар, который поступает на счета этой страны, идет на закупку оружия, бомб, которые убивают мирное население, обычных детей, стариков, женщин, те, кто ничего плохого в своей жизни не сделали. Меня зовут Валентин Штефаньо, я шеф-кондитер. Обращаюсь к компании Metro с призывом прекратить свою работу на территории Российской Федерации. Каждая минута, секунда, час, день вашей работы – это смерть. Вы продаете теперь не товары первой необходимости, вы сейчас продаете смерть наших детей, наших отцов и матерей, наших защитников. Только тотальная изоляция России от цивилизации поможет выиграть эту войну. Теперь каждый из нас должен сделать выбор, на какой он стороне. На стороне света, мира и добра или на стороне зла, войны и тьмы. Я свой выбор сделал. А вы? Слава Украине! Разом переможемо! Я Елена Бойко, шеф-кондитер из Украины. Призываю компанию Metro прекратить работать в России. Работая в этой стране, которая уничтожает, бомбит наши города, убивает наших детей, мирных жителей, разрушает наши дома, вы тем самым становитесь соучастником всех тех ужасов, которые творит Россия. Я шеф-повар-комбоз Сергей Диващенко. Против работы Metro на территории Российской Федерации. Прошу Metro убрать все свои филиалы с территории России, чтобы деньги и налоги не шли на вооруженные силы, которые оккупируют и разрушают Украину. Ебать! С тяжелого стреляют в сторону домов. С гранатомета сейчас убьет. Меня зовут Александр, и я шеф-повар из города Харьков. Россия напала на наши мирные города, и мы, шеф-повара, просим руководство из Германии закрыть супермаркеты Metro по всей России, поддержав нашу страну. Меня зовут Липшин Кирилл, я ресторатор из Одессы. Работаю с компанией Metro Cash & Carry уже больше 8 лет. Я против того, чтобы Metro работала в России. Я шеф, который против войны. Прошу вас с компанией Metro закрыть все ваши филиалы в территории России и таким образом поддерживать Украину в таком тяжелое время. Metro and Cash and Carry Company, you're helping us from the first day of the war. Help us a little bit more. Close all your shops in Russian Federation, because it's making war in our country. Мене звати Тарас Шевченко. Я шеф-кухар столичного ресторану. Ми кожен день допомагаємо нашим захисникам та лікарям їжею. Metro Росії, прошу вас, припиніть допомагати агресору. Закрите свій бізнес у Росії. Слава Україні!
My name is Dmitry Yaitsky. I am an Ukrainian restorator. I support the Ukrainian branch of Metro Cash & Carry Employers Manifest and demand the immediate closure of Metro Shopping Center in the country of aggressor, Russia, which has started and waging a war against the civilian population of Ukraine and the principle of world democracy and foundations of humanism. Stop the war. Head office Metro in Germany, please close all Metro shops in Russian Federation. Ukrainian chefs against the war.